Она вон тащит, я вижу. Вон она пошла опять. Дорогая. Здравствуй, дорогая. Вот она, вот она, вот она, по-моему. Есть поклевочка, есть. Еще одна верхоплавка. Ох, хорошая. Ох, родная. Ох, вот это поклевочка, ребята. Вот это поклевочка. Всем привет. Сегодня мы взяли, вот, как можете видеть, удочки. Здесь у нас спиннинг. 4 поплавочные удочки. На спиннинг мы сделаем кормушку с сеткой, набьем прикормку. Вот кормушка оставалась у меня, заказывал ее с Алиэкспресс. 3 размер ячейки. Сегодня мы ее установим. Может, какого-то окушка или еще какую-то рыбку мы сегодня за этот вечер поймаем. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите свой смачный, крутой комментарий. Ну а я начинаю. Ах да, чуть не забыл. Если вы хотите попасть в следующий видеоролик, пишите комментарий от 4 слов. Если этот комментарий мне понравится, я добавлю вас в следующий видеоролик. Вот такая у нас кормушка с Алиэкспресс. Она мне пришла. Шла она недолго. Где-то, возможно, около недели. Вот новая кормушка, как можете видеть. Взял с собой также вот прикормочку здесь, вот. Как можете видеть, вот такая прикормочка самодельная. В эту прикормку входит кукуруза дробленая и кукуруза целая. Также вот червячки здесь, ну и манку взяли. На нее сегодня тоже будем ловить. Взяли мы сегодня 3 удочки на ближний заброс. Это вот. Вот это у нас удочка, это, ну а это на дальний заброс. И поставим сюда кормушку с сеткой. Взяли еще вот такую погремушку, чтобы узнать, когда будет поклевка. Вот забили прикормка кормушку. Вот так вот. Сейчас оденем и закинем. Оденем, зацепим и закинем сейчас. Черепок болит. А ты как хотел? У меня тут раз тело я загорел, знаешь, как жгло. Сметаны мазали с этим. Как его? С кефиром. Тело. Вот это вот жгло. Не по-детски. Блин, я не знаю даже куда. Вот здесь бы можно было, но ставить некуда. Там трава. Давай вот сюда. Ну что, закидываем кормушку с сеткой и будем ждать поклевочки. Как говорится, вон закинули кормушку с сеткой. Сейчас. Сейчас поставим и будем, вон, тонет. Вон, там. Кормушка с сеткой. Будем ждать теперь поклевки. Вот. Вот сделали. Кормушку с сеткой сделали вот этот. Вон там кормушка с сеткой. Вон там. Будем ждать поклевку. Теперь что? Что-то. Она двигается вообще. Слышь? Сюда закинем. Сегодня мы рыбу должны какую-то поймать. Там вон я вижу. Пузыри какие-то есть. Вон там. Пузырики. Вон, где поплавок. Тут щука есть, судак есть. Я сейчас кормушку с сеткой попробую. Потихонечку. Сейчас достану.
Надо попробуем кормовую сетку достать. Да, видимо, по-моему, нет. Не наблюдаю. А, вон, есть. Рыбка есть. Это хорошо уже. Есть, вот она. Вот он. Краснопер. Красноперка вот такая. Красноперочка. Вот такая. Ладно, отпустим мы ее. Отпустим. Плыви. Зови маму и папу, давай. Увидимся. Давай, дорогая. Так, сейчас опять закинем. Может, чуток подальше теперь. Уже. Кормушку с сеткой. Это, я не знаю, запутаться. Бля, это что такое? Достала еще. Это откуда? Это не туда. Может, она туда опять? В нее залезла. Фиг его знает. Фиг его знает. Так, говори, как так сказать. Вот так вот. Опа. Вон туда ее закинули. Сейчас ставим опять вот так. Опа. Так подмотаем. Мотаем. Опа. Теперь ждем поклевку. На поплавок я что-то... Ничего пока не наблюдаю, конечно. Каких поклевок. Трава, конечно. Но все же. Рыбка маленькая. Смысл нам ее брать с собой. Пусть растет. Она вон тащит, я вижу. Вон она пошла опять. Дорогая. Здравствуй, дорогая. Вот она, по-моему. Есть поклевочка, есть. Есть. Вон она, есть, родная, есть. Еще одна верхоплавка или... Ох, хорошая! Ох, родная! Ох, вот это поклевочка, ребята, вот это поклевочка. Хорошая поклевка. Окушок и вот такая вот верхоплавочка. Засушить можно, в принципе, взять. Вот такая. Красавица, красноглазочка, так можно назвать. И окушка сейчас достанем. Ну и неплохо, кстати, за вечер, если поймаем что-то. Отлично. Ставь лайк, если тебе нравится этот ролик. Она недорогая, кормушка с сеткой. Ну да, где-то около 40 рублей, где-то так она стоит. Рублей 30. Или... За 35 ссылку я на эту кормушку сеткой оставлю. Если хотите, переходите, смотрите и заказывайте. Можете мне написать ВКонтакте. Ссылочку тоже оставлю на свой ВК. Написать можете, я отвечу вам. Пишите в личное сообщение. Закидываем кормушку сеткой снова. Пошла. С Богом, родная. Проверим. Сейчас кормушку сеткой стояла она. Не знаю, поклевку, по-моему, сейчас было. Не знаю. Мне кажется, нет. А может, есть. Трясется? Нет, вряд ли. А, есть. Тоже окушок. Что-то такой. Неплохой. Вот он. Окушок второй. Достаем. Не знаю, кому там. У нас утки, гуси, куры. Кому там рыбку. Какую можно засушить там. Не знаю, покушать. Так, чисто отдохнуть. Какую там уткам, курам можно мелкую. Тоже все-таки животное, как-никак. Блин, правда, из нее рыбу вытащить сложно. Нет, ну вытащить из сетки, из этой. Я сам сейчас вытащу. Ну вот и наступил новый день. Вчера у нас разрядился телефон, записать видео не успели. Вот что мы поймали вчера. На кормушку с сеткой. Окунь. Несколько уклеек. Вот щука.
Тут вот окушок, окунь, красноглазка, еще окунь. Ну и вот тут вот красноглазочка. Вот такая. Вот все, что мы вчера поймали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите крутой, смачный комментарий. Всем удачи, всем пока!